Всем привет! В этом видео я постараюсь ответить на все ваши вопросы, связанные с велопутешествиями по Европе вместе с детьми. Большое спасибо, что смотрите The Best Kids DE, ставите лайки и оставляете вопросы и комментарии. Самые часто задаваемые вопросы я объединила в группы, и сейчас мы с вами по ним быстренько пройдемся. Вопрос номер один. Как вы планируете велопутешествие? Ну смотрите, если речь идет о Мюнхене, то здесь все просто. Мы уже знаем дороги, как куда добраться, так что намечаем цель и вперед. Если речь идет о незнакомой местности, то заходим в Google, в поисковике пишем название местности и добавляем слово «Komoot». Komoot – это специальное приложение, в котором можно найти как раз маршрут любого уровня. Кстати, это не реклама, я просто делюсь с вами информацией. В 95% мы остались очень довольны Komoot. Оставшиеся 5% – это скорее потенциал, что можно было бы улучшить. Например, существует более удобная дорога, которую мы уже сами нашли, или временно закрыт маршрут, указанный в Komoot. Один раз, правда, было так, что вообще приехали в тупик. Но это было только один раз. Вопрос номер два. Что вы берете с собой в велопутешествие? Конечно же, самые необходимые вещи. Для детей какую-нибудь сменку мы ее складываем примерно вот в такую сумку, которую удобно прикрепить к самому велосипеду. Безусловно, воду она может крепиться либо к самому велосипеду, либо кладем в сумку. И к моему велосипеду можно прикрепить корзинку или вот такой вариант сумки, которую я складываю обычно салфетки, что-нибудь детям для быстрого перекуса и воду. Как видите, самый минимум. Понятное дело, документы само собой. Вопрос номер три. Обычные ли у вас велосипеды или с моторчиком? У нас обычные велосипеды, так как часто к велосипедам мы присоединяем либо, так сказать, детский прицеп, где могут мальчишки вместе сидеть, либо детские сиденья. И до недавнего времени сложно было найти электровелосипед, к которому можно было бы все это присоединить. Сейчас уже можно найти такой вариант, но, как правило, такие велосипеды очень дорогие, а мы за бюджетный вариант. Вопрос номер четыре. Как вы перевозите велосипеды? Отличный вопрос. Обычно мы загружаем в багажник детские сиденья, а для транспортировки самих велосипедов мы используем специальную подставку, которая крепится к автомобилю сзади. Это очень надежно, и велосипеды можно спокойно перевозить. В Германии никаких специальных щитов, знаков крепить не надо. Но если вы собираетесь взять велосипеды с собой в другую страну, советую почитать о правилах транспортировки в соответствующей местности. Например, в Италии при транспортировке требуется прикрепить вот такой полосатый знак. И, конечно же, у нас такой есть. Вопрос номер пять. Нужен ли шлем? Конечно же, шлем рекомендуется для вашей же безопасности, так же, как и светоотражающие элементы на самом велосипеде, одежде или тех же сумках. Некоторые еще используют яркие светоотражающие жилетки. Если мы говорим о детском прицепе, который можно присоединить к велосипеду, то мы используем и специальный флажок. Вопрос номер шесть. Детские велосиденья какой фирмы используете вы? У нас сиденья вот этой фирмы. Очень даже довольны. Они надежно крепятся к самому велосипеду, ремни безопасности регулируются, вместе с тем сами дети не могут их открыть, сиденья легко моются, а внутренняя мягкая часть стирается в машинке. Вопрос номер семь. Ваши дети легко переносят велопрогулки? Наши дети просто обожают велопрогулки, а особенно пикники во время таких прогулок. Вопрос номер восемь. Путешествуете ли вы в дождь? Я бы не сказала, что мы специально выбираемся покататься на велосипедах под дождем, если только неожиданно попадаем под дождь. Была одна велопрогулка под небольшим дождем в прошлом году. После очередного карантина уже больше не могли сидеть дома. Но тогда дети как раз ехали в детском прицепе, а он закрывается и не продувается. А у меня есть классный непромокаемый плащ. Вопрос номер девять.
Это правда, что в Германии зимой катаются на велосипедах? Совершаете ли вы велопрогулки зимой? Да, правда. Здесь круглый год катаются на велосипедах и возят так детей. И это совершенно нормально. Но вот мы не любители. Бывает, конечно, что зимой стоит плюсовая температура и никакого снега. Вот тогда мы можем и выбраться покататься. Вопрос номер 10. На каком языке вы рассказываете детям во время прогулок? Да, собственно говоря, как и в обычной жизни, я рассказываю детям на русском, муж на венгерском, между собой с мужем мы общаемся на немецком, и в этот момент дети тоже присоединяются на немецком. До недавнего времени, если что-то нам надо было обсудить, так сказать, чтобы дети не поняли, мы переходили на английский. Но это прекрасное время прошло, нас вычислили. Так что теперь мы слушаем комментарии детей и на английском. Ну что ж, кажется, я ответила на все часто задаваемые вопросы и ничего не утаила. Если есть новые, задавайте. Кстати, во время наших путешествий мы всегда выкладываем в Инстаграм фотографии. Так что, если хотите узнать первыми, о чем будут следующие видео, присоединяйтесь к нам в Инстаграм или просто подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Каждый ваш просмотр помогает нашему каналу развиваться на просторах YouTube, а ваши лайки и комментарии ускоряют это в 10 раз, за что мы вам очень благодарны.